В республике подвели итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителей выбирали среди городских и сельских поселений в 4 номинациях. Жюри оценивало следующие компоненты: экономическая и градостроительная политика, развитие ЖКХ, обеспечение обратной связи. Лучшими стали города Чебоксары, Мариинский Посад, поселок Лурнары, а также сельские поселения Порецкое, Сугай-Косинское и Большесундырское. Они получат денежное вознаграждение. Соответствующий проект постановления утвердили на заседании Кабинета министров. Выражаем огромные слова благодарности от наших участников Кабинету министров Чувашской Республики, которые поддержали инициативу не только на всероссийском уровне отмечать победителей, но и победителей регионального этапа. Для них это очень важно. Следующий этап – всероссийский. Итоги подведут до 1 октября. У республики есть положительный пример участия в этом конкурсе. В прошлом году лучшими в стране стали город Чебоксары и Юнгинское сельское поселение Маркаушского района.